Всем привет! Сейчас такие прям мощные инсайты идут. Я сегодня на сухом голодании, на 36-часовом. И обычно, когда я голодаю, я убираюсь, все чищу дома, все прям намываю, все пылинки. И, конечно же, завтра 22 число, такая важная дата. Соответственно, я вычищаю все с сознания, с физического тела. И вижу, где-то кто-то что-то размещает посты. 22-е, зеркальная дата, последняя в этом году. Загадывайте самые свои лучшие желания, самые свои сокровенные желания. Манифестируйте, потому что это все будет происходить. И ваши желания будут исполняться. А я, любимые мои, хочу вам сказать следующее. Оставляйте место для Вселенной, оставляйте место для Бога в вашей жизни и где-то там в ваших желаниях и в потребности манифестировать, да? Почему? Потому что в большинстве случаев люди начинают желать манифестировать из состояния нужды. Если вы сейчас искренне, честно посмотрите в глубину всех своих желаний, откуда они происходят. Желание что-то иметь, кем-то быть, из состояния ненаполненности, нужды, из состояния того, что если что-то у вас будет или кто-то будет, то тогда вы будете себя чувствовать лучше, чем вы есть сейчас, счастливее. И знаете, это вот равносильно, сейчас приходят такие картинки, имиджи, равносильно бедняку и богатому человеку. В чем разница между ними в уровне сознания, в уровне осознанности? Вот и все. Поэтому, когда вы пытаетесь манифестировать желание, привлекать, что-то там делаете, какие-то там специальные техники, практики, трансерфинги используетесь, вы находитесь вот здесь, на первой ступеньке, это состояние бедняка. А я вам скажу, поднимайте свои вибрации, поднимайте свои вибрации и заходите на ту реальность, на тот уровень осознанности, где все будет происходить и приходить к своей вибрации. Поднимайте свои вибрации и заходите на ту реальность, на тот уровень осознанности, где все будет происходить и приходить к вам и для вас, где уже не нужно будет конкретно что-то манифестировать из состояния нужды, вы уже будете на этой волне изобилия, процветания, счастья, радости, достатка и всего-всего-всего. Потому что в жизни из уровня сознания 3D вы будете как вот такие вот бедняки молиться и радоваться какому-то вот там куску, который бросили на пол, и вы подбежали и да, начали есть этот кусок. Понимаете, в чем разница? А когда вы выходите на другой уровень осознанности, тогда вы даете Божественному Вселенной проявляться для вас и давать вам то, о чем ваше узкое мышление на тот момент, на данный момент, даже не позволяло думать и мечтать. Потому что для вашего мышления на том уровне развития даже было невозможно подумать, что может быть в 10, 20, 30, в 100 тысяч раз лучше, и что вы этого достойны. Вот так вот. Еще есть шанс завтра, 22 февраля, у вас уже, наверное, сегодня, в 21:00 по Москве мы встречаемся как раз-таки, чтобы в коллективном женском круге богиня входить в это состояние, делать квантовый скачок, потому что именно завтра произойдет очередной шифт реальности и квантовый скачок. И кто-то останется там, где был раньше, на низких вибрациях, а кто-то, и это будем мы с вами, кто уже присоединился ко мне, а кто-то совершит этот квантовый скачок реальности в новую жизнь, на новые высокие вибрации.